Я родилась в Узбекистане в 1928 году. Всю войну мы в школе учились, помогали фронту, когда учениками были. Вязали варежки, в общем, посылочки посылали, носочки вязали и солдатам посылали. Ездили в хозяйство, в колхозы, в совхозы, работали, собирали фрукты. В Узбекистане нас, школьников, отправляли собирать хлопок. Каждый год летом, как только заканчивались летние каникулы наступали, мы уезжали в колхоз. И когда кончилась война, столько было радости. Все вроде начали заново работать, заново учиться, заново жить. В 1945 году кончилась война. И в этом году я кончила школу. Появилась возможность учиться дальше. И я из Узбекистана, из Хорезма. Две девочки, мы приехали в 45 году в ветеринарный институт алматинский. Институт был шикарный. Преподавали нам хорошо, учили нас хорошо. У меня появился парень, тоже студент нашего зооветеринарного института. Он был не просто отличником, он был сталинским стипендиатом.